вниманию самарцев. Администрация городского округа Самара информирует жителей о работе интернет-портала «Моя Самара», mayasamara.com, где можно оставить обращение об актуальных проблемах городских территорий. Для подачи заявки необходимо зайти на главную страницу сервиса и выбрать раздел «Сообщить о проблемах». После этого выбрать категорию, по которой можно оставить заявку. Например, ямы на дорогах, неубранная территория, открытые люки, нарушение правил продажи алкоголя, безнадзорные собаки, аварийные деревья, заброшенные автомобили, и указать адрес проблемного места. Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней. Жизнь города в твоих руках. mayasamara.com